И всем привет, с вами снова я, Волк-Одиночка. Как вы помните, в предыдущей серии меня убили вот недалеко там какие-то люди. Не знаю, кто это был. В общем, сейчас пойдем проверим. Так, сохранимся. Я даже не успел заметить их. Вон они там по кому-то стреляют. Кто это может быть, интересно? Это наемники, похоже. Ух ты, они в мою сторону стреляют, тут суки. Ух ты, надо бежать. Ай-яй-яй-яй. Вот гады, а. Так, минус один. Еще один там должен быть. А нет, вон один готов. Походу я его все-таки приложил. Так, кто это у нас был? Статистика. Вместе с наверх. Это монолит аж. Что это монолит делает на картоне? Мне интересно. Да, винтовки у них, конечно, да. И оружие, пистолет ты. Так, где у меня ЛР? Нехило-то так. А, тут у одного. Или этот L85. Нехило, нехило, однако. Так, надо сохраниться. Сейф. Или как там, не знаю, то есть. Упс. Так, сейчас пойду проверю тайники. Потом к Сидоровичу. От Сидоровича уже там попрунься на свалку. Так, тут на задание по 3 дня. Отлично. На море. Серии, в принципе, записываются достаточно быстро, заливаются, но перед заливкой я его конвертирую. Они весят меньше качества, не знаю, там страдает или нет, конечно. Я как-то не особо определяю, но чуть-чуть качество все-таки страдает. Ага, так. Тут у нас военный. О, вот гадюка, а. Радиация, блин, радиацию залез. Что-то их тут так много, блин, этих всяких военных, монолитов. Собаки. Так, тут прилетал больше. Да, ну, даже тоже монолиты. Чего они тут делают, блин? Так. О, блин, один туник я прошел. Около янтаря ты будешь, да? Ай, блядь. Да-да-да-да-да. Ё-моё. Нажрались. Не пойму. Где тут тайник-то?
Так, ну-ка, что тут написано? Ну да, значит, вот это и есть. Так, сколько я тут, блин, аптечек потратил? Капец. Блин, опять не смотрел, во сколько начал запись. Наверное, минут 10 надо. Или чуть меньше. Ага, не бегает, потому что уже веса много. В принципе... Ну-ка. Точность. Нет, я его продам. Более нормально прям. Хотя я вот сейчас таскаться со всем этим не буду, я тут схрон сделаю на мосту. Угу, на мосту не получится. Ух ты. Ой, блин, за себя взорвал. Вот идиот. Так, а чё, хотите сказать, у меня теперь новички враги? Нейтрал. Хер знает. Ну, ладно. Так, надо было лучше взять... дробовика. Так, тогда я схрон сделаю. А, тут. Сюда пока что выложу. Чувствую, сейчас тут перестрелка будет. Куда он орёт? Надо сохраниться. Не могу. Друзья, ну ладно, их потом глянем. Это не молит. Бушует. Ладно, стрелять не понадобилось. Так, ладно.
Сколько у них хп, я не понимаю. Стреляешь, стреляешь, не нашего. Артефакт. Сука. Иди нафиг, а? Неужели я ее убил? Пуля непробиваемая, скотина, блин. Я, блин, а? G36, нехило. Ё-моё. Я еще нашел артефакты. О, это ж не надо. Здоровье. То, что надо. Блин, стоит, конечно, теперь никакая. Монолит тут бегает. Что такое, блин? На монолитов так везет, блин. Где он? Блять, сука. Бегала, чтобы стрелка. Искал монолит, что нашел плоть. Что за нахер? Где этот монолит, блин, ползает? Сволочь. Все. Он тут перебил. Что тебе продать? На него у меня патрон совершенно нету. Там я ему лучше вот это вот. И вот эти вот пистолеты два. Как раз у него хватило. Блин, а я разрядить забыл. Ох, мое. Патронов не осталось. Ух ты, нехило у него так-то. Абакан. Если купить у него вот это вот. Вот это. Ну, нормально. Выручка будет. Псин достаточно сильный. Окей.
покупаю. Держи. Что за... А, 350. Так, тогда тебе еще продам. Ой, куплю у тебя, то есть. Эти патрончики. А что такое? 1700. Мне уже на денег не хватает. Оп, готово. Теперь... Нет, вам другом продам. Так, значит, мы обжились таким вот хорошим оружием. Глушителем, короче, со всеми прибамбасами. Оружие убрал. Без подствольных гранат. Итак, если я это все возьму, унесу отлично. Так, хотя еду надо бы тут оставить некоторую, она мне еще пригодится, если что. День, два. Ну, думаю, хватит. Почти. Но тут же нет такой локации. Вообще, блин, дурные. Ну. Походу, да. Так, ну теперь потихоньку к Сидоровичу топать. Не стал я делать другой рендер, все-таки модификация сделана специально для Oblivion Lost. Как Oblivion Lost. Что это у нас? Интересно. За аномалию. Но захотеть не верить, не хочу совсем. Сейчас еще отправит куда-нибудь. Да, насчет дальней дистанции я знаю. Ладно, ХП у меня пополнили, лучше беру. Убери оружие. Убирай оружие. Оружие убрал. Подходи, пообщаемся. Оружие убрал. Так, убери оружие. Да, конечно, гулять мне тут и гулять по этой зоне, столько мест. Хочу, конечно, себя снайперскую винтовку себе, то есть. И ходить издалека всех валить. Правда, она дорогая, сволочь. И патроны для нее дорогие. Принести челюсть Кронсенс. Да принесу, не беспокойся. Тайн детектор 2. Thank you.
Бору в руку. Ну, вот это самый офигенный детектор, конечно. Ты бы еще консервных банок насобирал. Заслуживать. Средить. Средить. Разрядить. Вот, СВД бы сейчас купил, но очень дорогая. Так, он сволочи в подешевке берет. Я пойду лучше продам другому кому-нибудь. Спальный мешок надо купить. Не, хорошо. Ну, будет еще, заходи. Ну, проветришься, заходи. Да, у вас денег на них не хватит. Все, вот на это вот хватит. Одно продали. Хотя вообще 8 рублей, чуть и продаж. 14 тоже. Никого. Эй, хорэ спать. Ой, это призрак. Фига себе. Ух ты, у него 5000. Отлично. Так, стоп. Так, так, это... Окей, у этого лучше качество. Вот, вот. 4000. Так, и держи еще вот это вот. Мне это не нужно. Так, ладно, придется так. Ага, держи. Что тебе еще продать-то? 395 рублей тебе не хватит. Ладно. Что, что тут по деньжатам? Мутант. Уничтожить. 87 рублей, нехилый цепок. Хотя мне надо наведаться в одно место такое хорошее. Вот оно. Хоть с моим-то оружием я смогу, наверное, положить их там. Значит так. Оружие убрал. Так, на это патронов у меня совсем мало. Тут возьму, тут выложу, выложу. Тут же выложу. Так, то, что мне не нужно, я выложу вообще сейчас. Остальное оставлю. Так, ладно. Думаю, на эту серию пока хватит. Всем пока. В следующей серии сейчас продолжим.